Это вот этот ник? Вот этот ник, точно он? Я думал, ВСГ вот тут чувак. Разве нет? Какого хрен, что это случилось было? Не понял, это что сейчас было? Вот меня какая-то сюка убила. Сейчас посмотрим, как убили меня. Так, вот что за сюка меня убила тут? А? Кто мне расскажет, что это за сюка? Вот этот, что ли? Хиплес. Хуплес. Хуплес, смотри, что делает. Смотри, что делает. Вон, нет. Ну а кому еще? Смотри, смотри, смотри. Ах ты, сучка. 17.50. 17.50. Смотрим. 17.56. Так, 17.56. Нам 17.56. Запоминаем. 17.56, демо 1. Значит, что делаем? Смотрите, показываю экран. Сейчас будем банить вот этого молодого человека. Вот этого мальчика или девочку, не знаю, кто он. Но мы будем его банить. Нет, на C-диске это у меня херня. Так, юзер. Апдейт, локал, самый низ, the aisle, save it, demons, демоны, демон один. Заходим вот сюда. Так, игрок репорт. Смотри, так, надеюсь, кто-то правильно написал, да? Смотри, убийство на пляже. Давай, вот сделаем вот так, как я делаю. Как я делаю? Я беру вот так, копирую. Копирую вот это вот все. Добро. Какой сервер? Ага, тогда надо написать, да, какой сервер? Хорошо. Копирую, вставляю. Так, какой сервер? Значит, пишем. Age of Dino 2. Ваш Steam ID. Ёпта, а какой мой Steam ID? А какой мой Steam ID? А я помню, что ли? Сейчас посмотрим. Контакты. Вот мой Steam ID. Ха-ха-ха. А вот мой Steam ID, я знаю. Пишем свой Steam ID. Никнейм — вид вашего динозавра. Ага, то есть и ваш Steam ID. Никнейм. Так. Onelorian Yute, да? Все, вид вашего динозавра. А, золотая Юта. Золотая Юта. Ну, не надо писать. На самом деле, надо писать просто ютератор, но это я просто дурак. Желательно указать окрас и локацию на карте. А! Золотая юрта. Большой порт. Большой порт. Все. Окрас нам надо, да, ладно, все-таки я не дурак. Steam ID нарушителя. И никнейм, да? Вот, вижу. Так, копирую. Копирую Steam ID нарушителя. Да, это занимает некоторое время, пару минут, но ничего страшного. Хуй плес. Вот так. Вид его динозавра. Кто там был? Рекс. Рекс, серо-буро-малиновый. А какой он там был по цвету, ребят? Какой цвет был у Рекса? Коричневый, смесь цветов, короче. Суть нарушения. Укус через текстуры с последующим убийством. Время нарушения на... Ой, а кто запомнил нарушение? Кто запомнил время нарушения? Хорошо, давай, 1 час, 17.56. Там 56 было, это я помню точно. Спасибо большое, ребят, вы прям лучшие. Доказательство нарушения, файл реплей. Реплей, кидаем сюда реплей. Так, демо 1. Дополнительная информация. Возврат не требуется. Возврат не требуется. Наказать нарушителя. Так, демку прикрепляем сюда теперь, демочку нашу. Демо 1. Все, репорт готов. Правильно все написал?
Hopeless. Рекс. Коричневый, золотой, Toyota. Так, 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 все. И ждем, пока администратор рассмотрит эту заявку. Это раз. Во-вторых, что можно сделать? Если вам нужно срочно восстановить вашего динозавра, вы берете, заходите в чат. Где-то здесь есть чаты с администратором. Вызываете администратора. Тегайте, вот, вы тегайте, да, вызов админа, вы можете здесь написать вызвать админа любого, можете тегнуть, зайти в чат, вот, разговор с администратором, и показать ему напрямую сразу же демку экраном в Дискорде. Вы ему показываете, объясняете ситуацию, и он делает, соответственно, возврат вам динозавра, например, или там что-то еще. О, ивенты, не понял, а что, когда? Я что, пропустил что-то, подожди, какого числа? Ивент сегодня, опа. С сегодняшнего дня, не понял, вы решили, что просто вам скучно, потому что предлагаю вам ежедневные квесты. Двух комар, пуэрт, загнездить сразу четырех хатчиков и сделать с нами скриншот. У них задание есть, смотрите, ребята, вы чё, надо делать. Идти просить помощи друзей, собрать группу игроков, где будут присутствовать все адолты по лимитам, сабы. Вот, нормально, слушайте, у них тут, а чё дают? Какие-то призы, вкусняшки, да?